Сотрудники МЧС второй день проводят поиски без вести пропавшего человека. Напомню, лодка с двумя рыбаками перевернулась накануне в районе лесозавода. Одному доплыть до берега удалось, судьба второго до сих пор неизвестна. Однако шансов найти его живым практически не осталось. По некоторым данным, во время трагедии оба мужчины были пьяны и находились без спасательных жилетов. ЧП произошло ночью, поиски сегодня продолжались почти целый день, сотрудники ПСС обследовали дно специальным оборудованием, но пока все безрезультатно. Скорее всего, мужчину унесло течением, рассматриваются и другие варианты. Я разговаривал с местным жителем, которые часто выходили на этот причал, когда были помладше, детьми играли, там все усеяно мотками проволоки. Раньше сплавки были, бревна сплавляли, они были обмотаны проволокой. После того, как они приходили сюда, проволоку срезали, это все тонуло рядом с причалом, то есть район лесозавода. Те же самые тонули бревна, железо, арматура, прутья. Земснаряд там работал, там фарватер идет, там глубина большая, больше 20 метров. Известно, что человеку, которого сейчас ищут, чуть больше 50 лет. Поиски продолжатся и завтра, а возможно, наша съемочная группа отправится вместе со спасателями. Мы следим за этой историей.